До 1980-х годов для всех людей, которые не были в Таиланде, муай-тай оставался неизвестным и загадочным боевым искусством, которое сами тайцы считали лучшим в мире. Точно так же в Бразилии считали лучшим боевым искусством джиу-джитсу, а в Америке кикбоксинг и карате. Во времена, когда не было турниров по смешанным единоборствам, тяжело было определить, какое боевое искусство лучше. А вернее сказать, какие сильные и слабые стороны есть у конкретного единоборства. Ведь какое лучшее, мы до сих пор не знаем. Но все эксперты сходятся в одном, что все зависит не от направления единоборств, а от бойца. Привет, тигры! С вами проект Muay Thai CK и я, Варченко Виталий. Сегодня я вам покажу событие, которое произошло в Америке в 1988 году и было знаменательным для всего мира единоборств. Непобедимый кикбоксер Рик Руфус с рекордом 28-0 на профессиональном ринге – звезда всей Америки, который выступал в весовых категориях от 86 до 91 килограмма, заявил на весь мир, что ни один боец муай-тай не сможет устоять против него, а кикбоксинг сильнее любого другого единоборства в мире. На его дерзкий вызов откликнулся Чен Хуэ, один из первых бойцов муай-тай, который выехал из Таиланда, чтобы показать всему миру силу настоящего муай-тай. На родине он был звездой с рекордом более 200 побед в весовой категории до 70 килограмм. Но это обычные цифры для тайского боксера. Нужно отметить важный момент. Так как бой организовали в Америке, Руфус был местной звездой, то он проходил по правилам кикбоксинга K1. А это значит, что были запрещены клинч, удары локтями, прихваты и скрутки. В общем, Чингпуэку оставили только лоу-кики и колени. Хотя, если вы хотя бы немного знакомы с муай-тай, должны знать, что клинч – это очень важная часть арсенала тайцев, в которой уже идет полноценная работа локтями и коленями. Да и разница между бойцами в 15 килограмм мало кого смущала. Этот бой транслировался по телевидению для огромной аудитории под заголовком «Кикбоксинг против муай-тай». Руфус начал первый раунд очень агрессивно, прыгая на ногах в кикерской манере и выбрасывая комбинации руками. Чен Куэк принимал все удары на глухую защиту и отвечал одиночными силовыми ударами ног, иногда пробивая правый прямой. С первых секунд боя сразу стала видна разница стилей. Кикбоксер прыгал на ногах и выбрасывая быстрые серии ударов, которые не имели особой мощи, но набирали очки. А таец шел вперед, терпел, принимал удары и старался отвечать жесткими силовыми одиночными ударами, делая акцент на ноги. Стоит отметить, что оба бойца левши и делали акцент на левую ногу. У Рика пару раз получались хорошие удары с разворота ногами, а также бэкфист. Что, кстати, в бою очень неожиданно, так как противник не может знать, куда полетит удар с разворота – ногой в корпус или рукой в голову. Но Чан Куэка все эти удары нисколько не смущали. На родине он получал куда более сильные оплюхи. В свою очередь таец нащупал слабое место Руфуса – ноги. Кикер не понимал, как защищаться от лоу-кика, и Чан постепенно пристреливался левым лоу-киком, планомерно отбивая правую ногу Рика. Пропустив парочку хороших лоу-киков, Руфус начинает больше бегать по рингу, периодически набрасывая комбинации, нанося удары с разворота с дистанции. Но тут ему удается попасть ударом Супермена четко в голову, и Чан Куэк поплыл, завалившись в нокдаун. Как только судья отсчитал до 8 и разрешил продолжить бой, Рик снова набросился на тайца и снова, проведя комбинацию, попал в голову, отправив Чанга во второй нокдаун. Чан Куэк встал, но по нему было видно, что нокдауны здорово его пошатнули, и он плывет. Это также было понятно и Рику, который набросился на тайца, как Шаокан на Люкена с Брутали, пытаясь засыпать того ударами и закончить бой в первом раунде. Но Чан Куэк выжил, и бой перешел во второй раунд.
Чанг вышел уже более собран. Было видно, что он восстановился и готов продолжать бой. Руфус также не стал форсировать события и продолжит свою тактику работы с дистанции. Но у тайца был свой план на бой, который он нащупал в первом раунде и решил сделать акцент на лоу-кик. Все чаще попадая по правой ноге Руфуса, который уже начал ощущать острую боль и пытался поворачиваться боком или спиной при ударах, Чан Куэк наращивал темп и количество ударов. Руфус уже не выглядел таким свежим, хотя и попадал периодически руками по голове Чанга. И даже пару раз прошли бэкфисты, которые пошатнули бойца муай-тай. Нужно отметить, что таец начал применять грязную технику, на которую в Таиланде не обратили бы внимания, но здесь Америка и кикбоксинг. Сначала он ударил Рика локтем по затылку, когда он нагнулся, а сейчас, выбив ему ноги лоу-киком, наступил сверху на живот, уже лежачему кикбоксеру. Такая дерзость Рику не очень понравилась, и конец второго раунда он отработал очень агрессивно, периодически попадая руками по тайцу. Стало очевидно, что боец муай-тай имеет все шансы выиграть. Его тактика лоу-киков принесла свои плоды, и кикер начал хромать, опуская руки, чтобы защитить ногу от каждого удара тайца. С раунда бой стал напоминать охоту, где хищник загоняет добычу в угол, кусает, добыча падает, но убегает. Чан Куэк беспощадно уничтожал ноги Рика, который все меньше отвечал ударами, но все больше просто убегал, разворачиваясь спиной. Четвертый раунд продолжался в такой же манере, но теперь Рик уже не мог терпеть удары в ногу и просто бегал. А попытка ударить бэкфист обернулась для него нокдауном, ведь Чанг четко попал в бедро, когда кик был боком, а по-простому пробил по тормозам. Но Рик не сдался и продолжил бой, хотя боем это уже было назвать тяжело, скорее уничтожением ног кикер. Я не знаю, почему Чанг не бил ногами в голову, хотя в данной ситуации хайкик точно бы зашел, ведь Руфус постоянно держал руки на ногах. Но и лоу-кика вполне хватило. Когда в очередной раз Рик упал, он уже не смог подняться, и судья остановил бой. Сразу после боя, прямо с ринга Рика Руфуса увезли в больницу с серьезными увечьями ног. Его брат Дюк в интервью после боя сказал, что они не были готовы к таким ударам по ногам, и признал мощь муай-тай, в особенности лоу-кики. Но несмотря ни на что, в этот вечер творилась история. Боец муай-тай победил одного из лучших кикбоксеров своего времени по правилам кикбоксинга у него дома. Эта победа открыла двери муай-тай на весь мир. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик, чтобы не пропустить офигенные видеообзоры и уроки. А также делись видео с друзьями, пускай тоже посмотрят на такие бои.